Ну, давайте продолжим. Я небольшой путь. Это был третий звонок. Я небольшую почту разобрал, но вот тут новая подошла, я, правда, слепой, плохо вижу, но вижу, что там две просьбы, и в первой порции, и во второй была просьба исполнить песню «Гусар». Я честно пытался сейчас вспомнить, но не могу вспомнить слова, обещаю к следующему разу. Но какие-то просьбы я сейчас постараюсь исполнить, ну, а что-то было запланировано, попозже споем. Но вот давайте действительно вспомним самую культовую песню, которую пели по всем подворотням, не знаю, что это песня Берковского. Стихи Слуцкого. Лошади умеют плавать, но нехорошо, недалеко. Глория по-русски значит слава. Это вам запомнится легко. Шел корабль своим названием гордый, океан старался превозмочь. В трюме добрыми мотая мордами, тысяча лошадей топтались день и ночь. Тысяча лошадей подковчили пищи, счастье все же они не принесли. Мина кораблю пробила днище, далеко-далеко от земли. Люди сели в лодки, в шлюпки влезли, лошади поплыли просто так. Как же быть и что же делать, если нету мест на лодках и плотах? Плыл по океану рыжий остров, в море синем остров плыл гнедой. Им сперва казалось плавать просто, океан казался им рекой. Но не видно у реки той края, на исходе лошадиных сил вдруг заржали кони, возражая тем, кто в океане их топил. Кони шли на дно и ржали, ржали, все на дно, покуда не пошли. Вот и все, а все-таки мне жаль их, рыжих, не увидевших земли. Так и не увидевших земли. В этом году не только 80 лет Берковскому, но и 90 лет Юрию Давыдовичу Левитанскому, с которым Берковского связывала очень теплая дружба в последний особенно период их жизни. У них какая-то такая очень похожая судьба, у обоих жены молодые, существенно младше их самих. И как-то вот такая была очень теплая дружба. Мы несколько раз ездили вместе на гастроли с Юрием Давыдовичем, делали такие поэтическо-музыкальные концерты, и сочинилось много песен. Вот Левитанский очень так стихам очень трепетно всегда относился, а Берковский все время забывал слова и на сцене до поэта досочинял те слова, которые он забывал. А Левитанский его за это очень журил: как же так, вот поэт, он каждое слово вынашивает, выдумывает, а вот здесь вот фонетически уже не так, вот вы заменили уже не то. В общем, у поэтов чутье, вот это слух другой какой-то. И уж тем более, когда Берковский взял два стихотворения Левитанского, из них сделал одно, мы ожидали очень бурной реакции. Но вот как раз к творческому процессу Юрий Давыдович отнесся очень положительно и эту песню принял. Эта книжка «Кинематограф» открывается одним стихотворением, закрывается другим. Вот из них получился такой вот план, Берковский для себя выбрал. Кинематограф. Это город еще рано,
полусумрак, полусвет, а потом на крышах солнце, а на стенах еще нет, а потом в стене внезапно загорается окно, возникает звук рояля, начинается кино. И очнулся, и качнулся, завертелся шар земной. Ах, механик, ради бога, что ты делаешь со мной? Этот луч прямой резкий, эта светополоса заставляет меня плакать и смеяться два часа. Быть участником событий, пить, любить, идти на дно. Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино. Кем написан был сценарий, что за странный фантазер? Этот равно гениальный и безумный режиссер, как свободно он монтирует различные куски ликования и отчаяния, веселья и тоски. А потом придут оттенки, а потом полутона, до уменья, до свободы, что лишь зрелостью дана. А потом и эта зрелость тоже станет в некий час детству первыми шагами тех, что будут после нас жить, участвовать в событиях, пить, любить, идти на дно. Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино. Но в великой этой драме я со всеми наравне тоже в сущности играю роль, доставшуюся мне. Даже если где-то с краю перед камерой стою, даже те, что не играют, я играю роль свою. Все проходит в этом мире, снег сменяется дождем. Все проходит, мы пришли и мы уйдем. Все проходит и уходит, никуда из ничего. Все проходит, но бесследно не проходит ничего. Потому что в этой драме, будь ты шут или король, дважды роль не играют, только раз играют роль. И над собственной ролью плачу я и хохочу. По возможности достойно доиграть свое хочу. Ведь не мелкой монеты жизнью собственной плачу, и за то, что горько плачу, и за то, что хохочу. Ах, как трудно, как прекрасно бить, любить, идти на дно. Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино. Предзимье. Попытка романса. Я весть о себе не подал, и ты мне навстречу не выйдешь. Но дело идет к холодам, и ты это скоро увидишь. Былое забвенью предам, как павших земле предавали. Но дело идет к холодам, и это поправишь едва ли. Уйти патриаршим прудам, по желтым аллеям шататься. Но дело идет к холодам, и с этим нельзя не считаться. Я верю грядущим годам, где все незнакомо и ново.
Но дело идет холода, и нет варианта иного. Простимся до судного дня, все птицы мои улетели, но ты еще вспомнишь меня однажды во время метели, в морозной январской тиши, припомнив минувшие годы, ты варежкой мне помаши из вашей холодной погоды. Ну и на ту же тему, чуть раньше написано, была просьба спеть Бродского «Колечко». Пролитую слезу из будущего привезу, ставлю ее в колечко. Будешь гулять одна, надевая его на безымянный, конечно. А у других мужья перстень из рыжья, серьги из перламутра, а у меня слеза, чистая бирюза, просыхает под утро. Носи перстенек, пока виден издалека, потом другой подберется. А надоест носить, будет что уронить ночью на дно колодца. Снегурочка здесь уже, все хорошо. Да, Дед Мороз тоже. Все в порядке. Все в сборе. На стихи Дмитрия Сухарева. Кто-то маленький сидел. Возьми еще раз после этих небольших ребят. Не насмотрелся этим за 15 лет. Края, альма-матер,
берег дружный, ветер влажный, ветер южный, парус над волной, волны катятся полога, белой скатертью дорога, вечер выпускной. Волны катятся полога, белой скатертью дорога, вечер выпускной. Над кормой висит громада набежавших лет. Ветер грозный, ветер железный, и огонь задул. Здравствуй, здравствуй, пес облезлый, как тебя зовут? Обними покрепче брата, он тебя любил когда-то. Чтобы нам с тобой дорога скатертью была. Альма-матер, прежних дней бери, не забудем ароматом выпускной поры. Лег на плечи, наш нелегкий век. Обними меня покрепче, человек. Видишь, карточка помята, в лыжных курточках щенята, смерти ни одной. Волны катятся полога, белой скатертью дорога, вечер выпускной. Кстати, об альма-матере. Значит, МИСИС, родной вуз Виктора Семеновича, где он и учился, и потом преподавал до последних дней своей жизни, в этом году объявил год Берковского. Там выставка замечательная в МИСИСе. Уже студенты поставили спектакль по его песням. И осенью обязательно будет большой вечер, посвященный его 80-летию, после того, как там закончится ремонт в актовом зале. Там замечательный зал. Что такое это? Куда это все? У кого бизнес, ребята? Но это не гитара, это же где-то. Вот. Так что приглашаю вас следить за рекламой. Я не знаю еще какого числа, но где-то осенью будет большой концерт в МИСИСе. Там большой зал, приходите. Вот в прошлом году было очень здорово. А, еще пару песен на стихи Сухарева, даже три. Синема. Ребята,
Чечена раздечен. Старик
себе завалит черный конь, чтоб справиться с проблемой мировой. А пес себе без всяких философий завалится на лапы головою. Начитал Берковскому на пленку когда-то, довольно много стихотворений начитал, тех, которые, для которых у него собственных мелодий не было. А вот одно я просто видел, как было сочинено. Это одна песня появилась на моих глазах на турбазе Дома ученых на речке Гауэль. Там такие ученые разные отдыхали. Берковский, Никитин, Акуджава, Зиновий Ефимович Герд с семьей. И вот, пока жены собирали грибы, Акуджава с Берковским стояли где-то на опушке леса, и Акуджава ему начитал эти стихи, буквально там, по дороге. Я думаю, что он начал сочинять сразу, но потом, говорит, что доделал, пока ехал в гости к Мартыновскому, своему другу Аркадию. И получилось такое посещение друзьям. У Акуджавы стихи называются «Длинно и красиво». Божественная история или божественная суббота или история о том, как нам с Зиновием Гертом в гостинице «Астория» в Ленинграде не было куда торопиться. Старость, свой непременный суд, а много ли нам досталось за жизнь?
паузы возникают. Дело в том, что только Дмитрий Степанович Богданов знает программу. Нам остается только стоять и только Дмитрий Степанович на ходу переделывает программу, которую мы, конечно, тоже знаем. Давайте споем что-нибудь из совместного творчества еще. Когда-то Юрьевич Висбор привел к Берковскому Никитину своего друга Вениамина Смехова и сказал, вот только они тебе могут помочь. А Веня пришел с большим либретто, и получилось бардопера, как его тогда называли. Это уже потом стало понятно, что это первый мюзикл. Нет, не первый. Нет, конечно, вот написанный бардами первый, а потом впоследствии было «Очуть ты во фраке», и потом, конечно же, «Нордост». А первым была «Али-Баба» и 40 песен Персидского базара. Пластинка, которая была издана миллионными тиражами, вот мы из нее пролог сейчас исполним. Там населением овладел, но лучший мир не упал.
ступая, цветет культура свихая, комедиант с бабами. Герой танцует в балагане, на барабане Бога в бане, и развлекает свой народ. Благословенно передышка, когда хохочешка, мордышка, над другом смертью и судьбой, над женщиной, над мужчиной, проверка вольностью бесчинной, осталась ли душа с тобой? Когда смешно и хлещет души, само бессмертие хлещет в души, как виноградное вино. И передышки все забыто, короткий век угрюмство быто, и все трагично и смешно. Легко вернешься в муравейник, согреешь на плите кофейник на ужин зель. Пожуешь равно простейшую приманку, ты насладишься ароматом того, как ближься и живет. Благословенно передышка, мартышка, когда хочешь над другом смертью и судьбой, над женщиной и над мужчиной, проверь довольностью бесчинной, с тобой. Вы уже догадались, что наш концерт подошел к концу. Старший приказал, он говорит, давайте прощаться. Нет. Вот как будто бы сначала начинается судьба у бетонного причала, у последнего стола. Здесь дари остались бури, здесь земля уже близка, здесь косым кубком бурю я прищурившись. И я забудутся в январе эти несколько минут. Здесь меня когда-то ждали, а теперь уже не ждут. Белой, белой, мягкой лапой бьются волны, а моя, я скажу себе по праву, я скажу себе по праву. Призывает там галеонные моря, все куда-то уплывают, выбирают, не горят. Так и мы от чьих-то сует, как от пирса дошли, так от нас уходят люди, словно в море корабли. До свидания, дорогие, вам не уходи, мира. Пусть вам встретятся другие, лишь холодные ветра. Чайки белые снуют, ни на что не намекают, ни на что не намекают, просто песенку пою. Ни на что не намекай.
второй поедем. На далекой Амазонке не было никогда, никогда они ходят на скорбные суда. Только нам подарили скороходные суда. Только нам подарили находят по морю суда. Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам суда уходят плаванием далеким берегам. Плывут они в Бразилию, в Бразилию, в Бразилию. И я хочу в Бразилию далеким. Никогда вы не найдете в наших северных лесах длиннохвостых ягуаров, броненосных черепах. Но в солнечной Бразилии, Бразилии моей такое изобилие невиданных зверей. Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам сюда уходит плавание на легким берегам. Но в солнечной Бразилии, в Бразилии моей такой изобилие невиданных зверей. Увижу ли Бразилию, 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 увижу ли Бразилию, но в гости моей. Ливерпульские камни всегда по четвергам сюда уходят плавание к далеким берегам. Плывут они в Бразилию, 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 и я хочу в Бразилию к далеким берегам. Счастливо! Спасибо большое! Спасибо, друзья! С праздником! С днем рождения, Виктор Мирков! Следите за Мишей и приходите к нам еще!